Давайте посмотрим, что нам предлагает Ловер сейчас. Слушали мы один трек, да, получается? А мне почему-то казалось, что прям много. Нет, да, оказывается, нет. Обложка мне почему-то это знакома. Это просто карта знакома. Не знаю. Хотя нет, карта тоже не знакома именно это. А, сам формат, наверное. Я думаю, что да, скорее всего. Давайте посмотрим, что это такое. Ну, давайте... Так. Да, почему-то знаком, да. Знаком артист. Давно он делает материал свой, выпускает. Хотя не так уж давно. С 21 года, но материала очень много. С 21 материала очень много. Falling Reverse, да, бро, смотрели. Причем несколько раз, да. Ну, ты понял. Это было жестко. И этот клип просто деклассировал много чего, да. Как ты понимаешь сам. Так, как у Ники. Ага. Как у Ники мы слушали, да, по-моему, трек? Ну-ка. Сейчас. Да, Rolls. Да. Вот 15 октября вот мы этот трек как раз-таки слушали. Да. Смотрим, что нам предлагает Ловер сейчас. Let's go. У меня есть карта, но я не про Таро. Сколько тебе надо на балансе бабок? Она любит выпить, я обладатель баров. Детка, я вор-карманник, на тебе штаны карго. У меня есть карта, но я не про Таро. Сколько тебе надо на балансе бабок? Она любит выпить, я обладатель баров. Плылись, малыш, я знаю, что ты знаешь, кто я. Своя бога и на твоего парня, ты будешь моя. Вверх вниз, и вот фигура в закате солнца. Ветер вверх вниз, и отдениться. Эмбро, ты рейс читаешь на этот бит? Дай себя стяну, обмотки от Джованша. Забудь свои дела, останься со мной в ночи. На моем концерте, но сегодня ты покричал. Я тобой болен, твое дело как врачи. У меня есть карта, но я не про Таро. Сколько тебе надо на балансе бабок? Она любит выпить, я обладатель баров. Детка, я вор-карманник, на тебе. Ну текст, вот, сейчас. Я хочу, чтоб ты намокла, но сейчас речь не про дрипчик. Угадай, кто третий лишний ты, я и твой лифчик. Я тебя обсманаю, так как будто я пограничен. После тебя я хороший, до тебя я был отличнее. Окей. 4 звезды. Слушай, неплохой текст. Но 4 звезды. У меня сейчас целый бриф. Я дизайнер как Рик. Детка, делай это так, чтоб ресепшн слышал твой крик. Держи мой спиннинг, так как будто ты пузатый. У меня мьюинг. Я без рук на тонкий делаю шк. Ты моя сука, фанатка груминг. Братит на тебе карго. Снимай с тебя эту хуйню. У меня есть карта, но я не про Таро. Сколько тебе надо на балансе бабок? Она любит выпить, я обладатель баров. Детка, я вор-карманник, на тебе штаны карго. Фоти Тудак, Свистун. Свистун в начале трека. Фрида Даг. Там на самом деле хватает референсов. Да, удалять. 2007 года, старичок. Рэп-исполнитель из Казахстана начал творческий путь в феврале 2020 года. Бро, тут есть некая несостыковка. А ты, во-первых, да, во-первых, спасибо за текст. Весьма неплохой текст. Весьма неплохой текст. Ты, получается, у нас вот три вещи смешал. Ты смешал говорителя хуйни с яркими такими абсурдными барами, да. Ты смешал рейдж. И ты смешал какой-то поп-дэнс, блядь. Поп-звучание.
И у нас просто получается три абсолютно разных песни, которые очень сложно совместить. Возможно, это была твоя задумка. Как раз таки. Как раз таки это была твоя задумка. Совместить это все и создать свой жанр. Да. Федерико Феллини плюс Вайпер. Бля, неплохо, бро. Неплохо. Неплохо. У меня есть карты, но я не про Таро. Ну, типа, карты, да. Пинг. Сколько тебе надо на балансе бабок? Она любит выпить, я обладатель баров. Понял, да? Типа, бары у него есть, которые бары, типа, строки, да, жесткие. А бары, потому что она любит выпить. Да, Миша? То есть она любит с ним быть, потому что он обладатель баров. Она любит выпить, но в смысле его слушать, да. Вор карманник на тебе штаны карго. Ну, типа, он украдет штаны карго, которые с карманами, да. Он карманник, потому что ворует карманы, а карго штаны с карманами, да. Да. У меня есть карты, ну, да. Предприпев, да. И твой плейлист, малыш, я знаю, что ты знаешь, кто я, да. Сегодня похуй на твоего парня, ты будешь моя. Да, верхняя фигура в закате, в солнце. Да, киса верхняя, типа, как спонсор. Молчи, да, я снимаю себе обмотки от Дживанши. Забудь свое дело, останется со мной в ночи. Ты не на моем концерте, но сегодня ты покричишь. Я тобой болен, твое тело как врачи. Ну, типа, лечит, да. Дамит, бро. Ты намокла, но ща не, речь не про дрипчик. Угадай, кто третий лишний, это я или твой лифчик. Допустим, допустим, да, допустим. Я тебя обшманаю так, как будто я по грани, как будто, да. Ну, я до тебя был отличник. Хорошо, хорошо. Номер отель 4 звезды. Я и мои пацаны 4 звезды. Серьезно, да? Отель 4 звезды, 4 звезды, и он, и его 3 пацана, скорее всего, да, ну раз их 4 звезды по итогу получилось. Неплохо, неплохо. Второй куплет по тексту лучше, чем первый. Во мне еще целый брик, я дизайнер как Рик. Брики мы осуждаем, естественно, да, ну хотя что кирпич, подумаешь, чего да кирпич, может быть просто кирпич. Детка делает это так, чтобы ресепшн слышал твой крик. Держи мой спиннинг, как будто ты пузатый скуф. У меня мьюинг. Я без рук на тонкий делаю скрт. Щещ, ты моя сука фа. Слушай, прям жестко второй клип. О, блять, второй куплет лучше, чем первый. Да. Теперь карго, снимай себе эту хуйню. Окей. Он пробовал москита, точно. Брикс. Фух. Но я по-прежнему не могу ничего поделать с тем, что сложно воспринимается совокупность рейджа. Хорошо, даже если ты не говоритель хуйни, а просто ты делаешь такой вот текст, да. Рейдж обычно это, ну чё, ну репрезент о том, как ты пиздатый, ты же орёшь об этом, да. Я тебе... А тут у нас как будто говоритель хуйни, да. Ну то есть, что такое рейдж? Рейдж это экспрессия. Экспрессия того, что ты орёшь в мир, какой ты охуенный. И как ты вообще всех купил, ну и вот это вот все. И это стыкается отлично, да, с подачей. Вот, допустим, осознанный рэп на рейдже сложно представить, правильно? Потому что ты, когда рассказываешь осознанные мысли, ты спокоен, сосредоточен, ты говоришь о чем-то, о чем имеет смысл подумать. Хули толку орать об этом? Вот, так же примерно и здесь, да? Так же примерно и здесь. При этом еще музыка, конечно... Я очень стараюсь выйти, да, за клишированность и шаблонность жанрового мышления, да, в данном случае, и попытаться понять твою задумку с попыткой соединить и совместить это все как раз-таки для того, чтобы сделать что-то новое, но это принимается. Но слушать сложновато. Ту-ту-ру-ту-ту-ту. Ну да, то есть здесь ты, в принципе, сделал... Значит, обложки я не знаю. Обложка должна быть какой-то более рафлянской, скорее всего, да. Более рафлянской. Тут на обложке девчонки в карго как раз, да. У нас тебе рик кеды, да, ты весь такой прям, вот дамит, и карточки, да, или что-то там раздаешь, денежки, да, денежки, карточки, там, что? Это же не презики, нет, бро, это карточки, денежки, наверное, вот. В общем, да, концептуальная облога, тем не менее. Да.
Вот так вот. Важно в том, что те, кто любит Рейдж и Бэт Барса, они могут зафакаться. Но если говорить о фанатах, те, кто любит чистый клубняк, то Гайза в Бразерсами явно будет. Да, то есть, типа, кто это будет слушать? Но смотри, то есть, он как раз-таки попытался сделать так, чтобы сделать что-то необычное. Если бы он сделал Аглистофан, вот такие, фу, ты сделал то, что уже есть. А обычно, да, ты сделал то, что уже... Делают что-нибудь, чего нет. Он такой, окей. Сделал, и мы такие, хуйня, такого нет. Ну, понимаешь? Слушаем еще раз. У меня есть карта, но я не про Таро. Сколько тебе надо на балансе бабок? Она любит выпить, я обладатель баров. Детка, я вор-карманник, на тебе штаны карго. У меня есть карта, но я не про Таро. Сколько тебе надо на балансе бабок? Я знаю, что ты знаешь, кто я. Своё похуй на твоего парня, ты будешь моя. Вверх вниз, его фигура в закате солнца. Я вверх вниз, я для неё типа как спонсор. Для себя сяну обмотки от Джованша. А, бро, там 500 рублей, да, прислал клип. Спасибо тебе большое, бро, за 5-хат. Можешь докинуть 9500 или 19500, если хочешь. А если в очереди не хочешь стоять, то 49500. Либо мы говорим тебе большое спасибо. Спасибо тебе большое, бро. Забудь свои дела, останься со мной в ночи. На моем концерте, но сегодня ты покричал. Я тобой болен, твое дело как враче. У меня есть карта, но я не про Таро. Сколько тебе надо на балансе бабок? Она любит... Угу, ну он погружает. На балансе бабок. На балансе бабок, на балансе бабок. Она любит выпить, я обладатель баров. Смотрите, он, в принципе, имеет харизму. По технике он неплох, по тексту очень ярко. Сам факт объединения всего этого, как идея, ок. Блять, может и прикол как раз, а? Такой танцулька, да, такая клубная? Детка, я вор-карманник, на тебе штаны карго. Я хочу, чтоб ты намок, а ну ща речь не продрипчик. Угадай, кто третий лишний ты, я и твой лифчик. А так, кто третий лишний ты, я и твой лифчик. Я тебя обшманаю, так как будто я пограничен. После тебя я хорошист, до тебя во втором куплете 10, бро. Номер отель, 4 звезды, мои... Вот здесь разнообразие, да, еще там какой-то бэк-вокал, смотрите. Эй, 4 звезды, мои пацаны. 4 звезды, у меня сейчас целый бриф. Я дизайнер, как Рик. Детка, делай это то, чтоб ресепшн слышал твой крик. Держи мой спиннинг, так как будто ты пузатый. У меня мьюинг, я без рук на тонкий делаю шку. Ты моя сука, твоя моя сука, моя сука. Ну, он погружается в свою историю. Вот, окей, эксперимент, да? А что касается музыки здесь, что касается исполнения и совокупности музыки и исполнения, то, наверное, все-таки вот так, да? Послушали песню. Спасибо, бро, я очень рад, что так все произошло. Респект. Я тебе верю, да, можешь не доказывать. Супер. Но у нас как бы вот такая ситуация, да, такая история. Поэтому спасибо большое тебе. Фанатка груминг, братит, на тебе карго. Снимать себя эту... Без Рейджа было бы лучше. Но вот у него такой формат подачи, да. Чего-то там же. То есть он как бы вот прям давит, да он. Давить без Рейджа? А может и давить без Рейджа можно было бы. Хуй у меня есть карта, но я не про Таро. Сколько тебе надо, на балансе баба. Битос тебя чуть забивает, конечно. Битос широко стоит, ты узко стоишь. Ты узкий, да, бро. Без Рейджа не делает экспериментом, да. Спонсор, ты со мной в ночи. На моем концерте, но сегодня ты покричал. Я тобой болен, твое дело как врачи.
У меня есть карта. Окей. Вот какой раз переслушиваем, блядь, заходит все больше и больше. С каждым прослушиванием. Да. С каждым прослушиванием. Но я не про Таро. Сколько тебе надо? На балансе бабок. Она любит выпить. Я облад этих баров. Детка, я вор-карманник. На тебе штаны карго. Я хочу, чтоб ты намокла. Но сейчас речь не про дрипчик. Угадай, кто третий лишний ты. Я и твой лифчик. Да, второй куплет жестко заходит. Для музея это слишком хорошо реализовано. 9 за тех, бро. 9. Я тебя обшманаю, так как будто я пограничен. После тебя я хорош, и до тебя я был отличнее. Номер отель. Я бы даже во фрешмены забрал. Вот правда. Вот все по отдельности есть, плюс эксперимент. Почему нет? Но не могу я в башке это состакать. Ну и что? Кто-то состакает. Это по-любому может сработать. Второй куплет вообще разъеб. Четыре звезды, мои пацаны. Четыре звезды, у меня сейчас целый бриф. На засторе. Да, типа вас спросят, типа, что вы слушаете? Скажи, современный рэп, рэйч называется. Стиль такой. Раги. Да, это рага? Нет, это раги. И все, можете поставить, они такие, ой, нихуя флексит, наливай, поговорим. Респект. Структура ритмика. Да 8. Не фрешмен, да не фрешмен, ты че, как не фрешмен? Трючок залетел, ну, супер, хорошо. Но в любом случае он с 21 года делает. С 22, по сути дела, то есть с 21 там два трека. То, что один трек у него сработал, ну, респект. Или там, ну, несколько треков, хорошо, я счастлив. Но в любом случае он фрешмен. С 22 года он делает точно фрешмен. Да. Воскресенский уже был, бро. И это не пиздешь. Да. Индивидуальность, харизма. Ну, он чувствует это дерьмо. Правда, я меньше 7 не поставлю здесь, правда. Он чувствует свою историю. Единственное, что... Вот здесь, да, как на этот бит ложится. Вот 7, я бы 8 вот тут поставил. Бля, это такой пиздец. Я думаю, кто услышит эту песню, скажет, что это за оценки? Он по технике попадает. Он довольно крепко делает. Не знаю. Не знаю. Не знаю насчет звука, да достаточно ли, но он по тактам хорошо идет. Достаточно ли по звуку, чтобы ставить 8? Давайте лучше, если вот выбирать, где надо, давайте дадим за харизму, а здесь... Потому что две восьмерки по реализации и по харизме как будто нету. Вот нет ощущения, что есть две восьмерки, правда. Вайп 4 балла, я согласен. Нудил, да, и забрал фрешмена. Не, ну реально, это норм. Это норм, это необычно. Это необычно. Слишком много шайни. На таком бите и на таком тексте как будто нет. Любой рэйч называет шайни, как будто нет. Забрал. Страшная оценка. Скорее всего, он в топ-12 пройдет с такими оценками железно. Но я не знаю, что должно произойти и кто должен там надропать, чтобы этого не произошло. Жесть, это просто жесть. Забрал во фрешмен. Самые трушные, кто остались, да, на стриме сейчас, до сих пор, в 2 часа ночи. Те услышали удивительные вещи. Далее, друзья. Сейчас будет далее. Спасибо большое, бро.